Доработки, которые нужно будут нам реализовывать по стадиону. Ну вот срок примерно до 15 августа мы по оформлению стадиона все эти работы выполним. Это касается табло, рекламных конструкций. То есть вот эта вся работа будет завершена примерно 15-20 августа. Но готовность хорошая. Из того, что у нас было, в принципе, стадион, вы сами знаете, он не молодой. В общем-то, такой достаточно уже видавший виды. Плюс строился он у нас как комсомольская стройка по субботникам. Вот. Поэтому, конечно, он уже ветхий. И по-хорошему, конечно, очень важно, чтобы наша команда задержалась в премьер-лиге, показывала хорошие результаты, и тогда тулики будут иметь право для того, чтобы иметь, наверное, новый стадион. Вы накануне матча встречались ли с Дмитрием Анатольевичем Оленичевым? Может быть, какие-то ставили, может быть, задачи? У нас нет такой практики, и с учетом того, что у нас этой практики не было и ранее, мы люди суеверные, поэтому никаких новых факторов дополнять не будем. А потом мы всегда говорили о том, что мы не вмешиваемся в политику, в футбольную политику клуба. Наша основная задача — помочь клубу развиваться со спортивной точки зрения, развивать молодежные команды, команды, детскую спортивную школу. Вот это наше основное направление, чем мы занимаемся. А все, что касается подбора команды, соответственно, игроков, кто как играет, это все зона ответственности Дмитрия Анатольевича, и мы, соответственно, не будем ему никак не мешать выполнять тот функционал, который у него есть.